Экология. Самое главное в этой сфере сегодня, что мы рекультивируем полигон в Парфеново. Работу, которую начал Сергей Александрович Пахомов и которая длилась более 6 лет, завершается единственным логичным образом. Мы благодарим, я лично благодарю за системную поддержку в этом вопросе нашего губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Там подготовительный этап уже закончен. Сегодня идет технический этап рекультивации. Он займет примерно около 18 месяцев и завершится в первом квартале 2022 года. Итогом большой работы станет создание системы дегазации, лучевого дренажа, выравнивание тела полигона, создание защитного противофильтрационного экрана. Все это позволит свести к минимуму миграцию загрязняющих веществ, образовавшихся за годы эксплуатации полигона, а точнее за годы большой-большой-большой свалки. Биологический этап рекультивации составит еще примерно 4 года. И после 26 года мы сможем использовать этот объект для своих нужд, будь то спортивный объект или новое общественное пространство. Кстати, уже сегодня я призываю всех наших активистов, общественников, экологов, кому не все равно, присылать к нам заявки, мысли, концепции, свои решения на то, что там может быть.